Сюда, к этому человеку, приходят те, кого медицина сочла безнадежными. Он редко использует хирургические инструменты, но лишь всегда свои руки. О методике филиппинских хирургов, тем более их последователей в Одессе, можно спорить, но факт остается фактом. Сейчас перед пристальными объективами телекамер он удаляет опухоль голыми руками, и не остается никаких следов операции. Приносим свои извинения той части зрителей, которые поверили в рассказанную нами ахинею. Сеанс филиппинской хирургии с полным ее разоблачением нам любезно продемонстрировал Александр, известный в Одессе фокусник. Кстати, Саша не приписывает свои возможности потусторонним силам, как делают многие его коллеги, достигшие вершин мастерства в обмане нас с вами.